Чувашии в ДТП с участием пожарной машины погибли 2 человека. Трагедия произошла в воскресенье на трассе А-151 возле деревни Асхва Канарского района, сообщает ГИБДД по Чувашии. 45-летний чебоксарец, водитель «Лады» пятой модели, двигаясь со стороны Канаша, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с пожарной цистерной. От удара пожарную машину развернула и вынесла на противоположную сторону дороги, где в нее врезалась девятка. Погибли водитель пятерки и его жена. Сейчас обстоятельства аварии выясняются. Возможно, происшествие связано с ухудшением погодных условий. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными на дороге. Во время поездки держаться на безопасной дистанции, соблюдать скоростной режим. При неблагоприятных погодных условиях рекомендуем оставить машину дома и воспользоваться общественным транспортом. А уже сегодня на трассе М7 в Цивильском районе погиб еще один молодой человек. Житель Комсомольского района на «Фольксвагене Поло» передвигался со стороны Цивильска в сторону Казани. Пошел на обгон на встречной полосе, из-за резкого торможения машину занесло. Иномарка врезалась в грузовую «Газель». Водитель «Фольксвагена» погиб на месте, водитель «Газели» получил травму ноги. К вечеру 2 февраля, по данным ГИБДД по Чувашии, из-за погодных условий число мелких ДТП по республике достигло 40. И в 4 есть пострадавшие.